Привет всем заглянувшим. Сегодня у нас с вами маникюрчик. Я уже нанесла кутикул Defender. Он у меня даже практически высох. Маникюрчик у нас сегодня с вами будет несложный в связи с тем, что я накрасила лак Масуру. Это офигенный цвет. Это лак Топпер, конечно же. Его надо на какую-то базу, на черный, там, на сиреневый, на белый, на бежевый наносить. Но я хотела получить цвет именно как во флакончике, поэтому у меня 5 слоев. Вот. Ну и, соответственно, стемпинг у нас будет несложный, потому что мне очень нравится этот холодный оттенок, и я не хочу его сильно чем-то пачкать, если можно так выразиться. У меня тут, в общем-то, все готово. Использовать будем пластину Zecheng 09. Это очень клевая серия пластиночек. Прямо ух. Так, салфетини. Пластини. Скребочек у нас Born Pretty. И штампик у нас Born Pretty, который нынче мне очень понравился. А, ну и два лака, который мне случайно прислал продавец. Я решила взять попробовать Born Pretty черный с белым. И заказала они там по 80 рублей, что ли, были за бутылку. А он перепутал и прислал мне маленькие, должен был большие. Ну, в общем, теперь они у меня пойдут в расход. Опс. А чё валяться добру? Решила пробовать, так будем пробовать. Собственно. Так-с. Сейчас мы посмотрим, как нам лучше сделать будет. Так-с. Я начну со среднего пальца. Потому что я еще не знаю, каким пальцем я закончу. Так. Прочищаем. Ой, а где мой ацетон-то? Прости, господи, мой склероз. Опс. Не разлить тут еще по всему столу. Ну так, вот прелестно. Ой, такой штампик хороший, что-то он мне прям понравился, не могу. Даже не ожидала. Так-с. А вот это я хочу немножко сделать как бы бок от вот этого рисунка. Опс. Да что такое? Вот так вот. Как-то так. Маловато мазнуло что-то. Ты посмотри-ка. О! Теперь намазала, будь здоров, не кашляй. Ой! Вот коротковат он, единственный косяк. Так-с. А что мне тут надо было? Ой, а тут мне надо было наебород. Ладно, используем этот рисуночек. Получается куда? Сюда.
Не, ну а что добру пропадать? Так, теперь нам надо его же... Ну, эту руку-то доделать в конце-то концов. Он и мнется хорошо, и ноготь прям так он обхватывает клево. Вот прям понравился мне этот штампик, и все тут. Прямо да-да. Еще и ко всему прочему он прозрачный. Это же получается, можно заканчивать, опс, заканчивать поиски прозрачного штампика. Тоже, блин, грандиозное событие. Такс. Ну ладно, раз уже начали, давайте эту руку тогда доделаем. Чего уж оставлять-то? Такс. Средний палец у нас сейчас пойдет. Упс. Все, сходил. А то и пошел. Так, прочищаем. Сейчас закончим с черным лаком. Я это все тут промою и подготовлю под белый лак. Упс. Так, это надо вот так вот сделать сейчас. Упс. Видно вам? По идее, должно быть видно. Вот так. Прелестнейший. Ох, ох. Все, готовлюсь под белый. Так. Все, переходим к белой части нашего аттракциона. Что-то маловато. Что-то у них тут кистюлечки такие масенькие. Упс. Так, теперь нам надо с вами не оплошать. А так, нам надо сделать. Вам было видно хоть? Ну, я надеюсь, было. Прелестненько. Ох, как мне нравится этот штамп. Я вас, наверное, уже задрала этим штампом, но он действительно мне очень нравится. Штамп от Born Pretty, который работает не только с пластинами Born Pretty, а шах и мат логика. Такс. Сейчас надо опять-таки нам не оплошать. Опс. Аккуратненько, вот так. Наимилейше. Был хоть фокус-то. Господи, ты посмотри, все видео отсняла. Покудахчим вместе на пятом. Опс.
прекрасно. Сейчас был фокус или нет? Так, сочищаем. Упс. Попадала я сейчас в кадр или нет? Кто его знает? Прелестнейший, ей-богу. О, посудомоечная помыла посудку. Так, да что с ними штамп-то не чищу? Вот еще клунди. Упс. Прелестно. Он, видите, даже штампик, если и вгинается вовнутрь, то он не проскакивает. Это вообще клево. Удивительнейший штампик. Такс. Ну что, я потом как вам показать, как я это все тут буду. Просто кто-то просил показать. Давайте я на одном ногте сейчас покажу, как я очищаю. Вон, Cuticle Defender сняли. И, в общем-то, потом уже и очищать-то нечего. Что это тут у нас? Вот так вот. Кусочек лачишки. А потом берем этот же ролик, который мы очищаем. Штампик. И вот так, оп-оп-оп. Ну, если вы очищаете штампик этим скотчем, также и скотчем можно делать. Вас никто за это не заругает. Вот так. А если где-то что-то еще осталось... то вот эти штучки я беру зубочисточку, так, фокус, на нее немножечко ватки и в ацетон. Вот так вот. И потом вот так вот аккуратненько стираем. О, видите этот хвостик, который не хотел обтираться, он у нас вот так вот зубочисточкой все дотираем. Так, и этот аппендикс тоже забираем. Ну вот, собственно, сейчас я все пальцы так очищу и возвернусь.
совсем я уже отвыкла от обычных лаков для стемпинга. Если бы не то Проя, сейчас бы Born Pretty размазала бы тут по всей Ивановской, ей-богу. Ну, в общем-то, вот что у меня получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, отличного настроения. Пока-пока.